Здравствуйте, друзья! На нашем канале мы уже знакомили зрителей с линейкой чугунных каминов, выходящих под маркой Эверест. И вы помните об одной очень важной особенности. Эти камины собираются у нас в России на производственной базе компании Везувий, но изготавливаются они из французского литья. И сегодня мы представляем новинку – чугунную топку, выходящую под брендом Эверест. У топки сборная конструкция. На края чугунных элементов нанесен термостойкий герметик и детали стянуты между собой. В патрубке дымохода диаметром 180 мм чугунный шибер с внешней регулировкой положения. Открывается и запирается дверца миниатюрной ручкой. На регуляторе подачи воздуха на горение нанесена маркировка «плюс» и «минус». Наглядно и удобно. Стальной ящик зольника с чугунной рукояткой довольно вместительный. Тыльная часть топки двойная, в ней находится канал подачи вторичного воздуха. Передний чугунный отбойник не дает просыпаться углям наружу при открытой дверце. А на боковых выступах можно разместить решетку-гриль для приготовления различных вкусностей на углях топки. На тыльной стороне пара отверстий для забора вторичного воздуха и одно отверстие для подачи воздуха под чугунный колосник. И эту новинку можно уже приобрести в магазинах «Фарнакс» в городе Новосибирске. Итак, с конструкцией топки Эверест D10 мы уже познакомились, а сейчас пришла пора ее затопить. Но прежде я хотел бы рассказать вам о ее размерах. Самый главный и самый важный, который вы наверняка спросили бы в первую очередь, какова диагональ? 63 сантиметра, видимая диагональ стекла. Но еще один интересный параметр – это глубина топки. По внешним размерам глубина 41 сантиметр, то есть топка при монтаже не занимает очень много места. При этом она выглядит шикарно, дает много тепла при необходимости и, в принципе, создает уютную атмосферу в доме. Давайте зажигать. Управление топкой очень простое. Открываем шибер, открываем поддувало, ну, естественно, открываем дверцу. И все. Друзья, дрова прогорели, мы подбросили еще немножко, но перед этим стекло успело немного закоптиться, и вы видите, что сейчас оно самоочищается. Это означает, что камин работает, также прекрасно видны небольшие факела вторичного дожига, это тоже положительно влияет на эффективность работы камина. Но самое главное, я думаю, что многие из вас, которые уже заинтересовались этой топкой, прошли по ссылке, указанной в описании к этому видео, и зашли в карточку товара в интернет-магазине farnax.ru с топкой Эверест D10. Если вы этого еще не сделали, то обязательно зайдите, и вы будете приятно удивлены ценой на эту замечательную чугунную топку. Вот так, друзья, еще на одну интересную позицию в ассортименте компании Farnax стало больше. Ищите чугунную топку Эверест на сайте farnax.ru и, конечно, ждем в гости в магазин Farnax в городе Новосибирске, чтобы познакомить вас с этим прекрасным изделием. Ну а на сегодня все, до новых встреч, счастливо!